Даже Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим Бог с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал их, где должно родиться Христос. Они же сказали, Вифлеем Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудина. Ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ твой, Израиль. Тогда Ирод тайно призвал волков, выведал от них время появления звезды, и послал к Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться». Они, выслушав царя, пошли, и вся звезда, которую увидели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и бабы поклонились ему, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, бабы и сны. Любительский хор Регинской школы. Руководитель Татьяна Лаевская. Словно царевна заморская.
в церковь не опоздать, послышался голос матери. Иван уже заложил стального, сказала горничная Маша, прибирая с рояля коробки от елочных украшений. Лида и я нарядились в бархатные платьицы, распустили по плечам волосы и пошли в переднюю, где нас уже ждали отец и мать. Полетели сами, развернулось над нами чистое морозное небо, засияли звезды, словно лампады небесные неугасимые. Стали сами у ворот монастыря, забелела каменная ограда, прошли через кладбище, поднялись по пологой лестнице в зимнюю церковь с низкими сводами. Христос рождается, славите! Пойте, Господи, вся земля, ликуют рождественские песнопения. Монахи не поют, словно ангелы, хор большой-большой. Проплывали, клубясь облака ладан. Перед концом службы у сестрицы голова закружилась, и мы, не достояв всенощного бдения, вышли на морозный воздух. «Почему у нас в гостиной так светло?» — спросила Лида, когда мы подъезжали к дому. «Вероятно, люстры зажгли», — ответила мама. Но каково было наше удивление, когда, распахнув дверь гостиной, мы встретили нашу милую елочку, сияющую зажженными свечами. Любительский хор Дмитриевской церкви «Слов», руководитель Анастасия Стуров. Thank you.
той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в беленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышли к Богу, и на земле мир в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем к Бетлеему и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Хор Барнаульской духовной семинарии. Руководитель Иерей Дмитрий Котов. Хор Брянинской школы. Руководитель Ольга Власова. Oh.
Варенек выбегает на улицу и останавливаясь перед веселой толпой мальчиков. «Все, как есть все!» — отвечает торжественно один из них. «Только свечей мало, кого еще парочку добыть, так большущую вещь смастерили бы!» «Нате, вот Сереженьки две притащил!» — перебивает его радостно пришедший, подавая две сальные свечи. «У тятьки выбросил! Уж и ругал-то он меня, за волосы оттаскать обещался, а все ждал!» Да вот еще красной бумаги весь выбросил. Как жаль, горит, аж на больно глазам глядеть. «Молодец, Вилька!» — закричали парики. «Куда ж ты?» — спрашивает весь сияющий Вилька. «Так Степке! У него в доме никого, а табачек смолы не возится». Который красный. «К Степке, так к Степке!» И вся гурьба ребят повалила по направлению к небольшому старому низенькому домику. «Бабушка родненькая!» — начал ласковым голосом Степа. «Вещь мастерить хотим!» «Ну вас! Только чур не баловать, а то вот чем угощу!» И она показала им большую кочергу, которая лежала в ярко топившейся печке. Ребята быстро разместились, повытаскивали из-за пазухи, кто лоскут цветной ткани, кто кусок сала или масла, тщательно завернутый в бумагу, кто мучится на крестер, кто ленту, кто картинку. Самый опытный из них Трошка торжественно выложил тонкие гибкие прутики молодого дневника и принялся мастерить вещи и оклеивать лубочными пропитанными маслом картинками. Работы было немало всем. Говором и хохотом наполнилась вся изба, и как ни красила кочергой бабушка, а ребята так и шмыгали в печке, то подварить клейстер, то просушить готовую часть рождественского фонаря. «А ну, ребята!» — крикнул Трошка. «Давайте повторим стих!» Все разом гаркнули было Рождество твое, да так громко, что спавший за занавеской ребенок испугался и заплакал. И тут кочерга бабушкина так ловко прошлась по спинам затылкам перчик, что они разом смолкли. Басистые голоса обратились в хныканье, просьбы не гнать, торжественные обещания больше не гордались. По мере того, как формы фонаря стали определяться, бабушка смиловалась и с удовольствием разглядывала работу. Ей вспомнились ее детство и виденный ею в первый раз в жизни фонарь. Вспомнились ей при этом восторг и удивление, с которым она его рассматривала. Чувство праздника, охватившее ее при этом светлом видении и славлении. Хор Воскресной школы Дмитриевского храма. Руководитель Ирина Пилюгина. Bye.
Иван Шмелев. Праздник. Рождество. Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество? Ну что же, не поймешь чего, подскажет сердце. Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Видишь, что мороженых свиней повозят. Скорое Рождество. 6 недель постели съели рыбу. Кто побогаче белугу, осетрину, судачка, домашку. Победней селедку, самовину, леща. У нас в России всякой рыбы много. Перед Рождеством дня за три на рынках, на площадях лес елок. А какие елки? Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, тычки. У нашей елки, как это греется, расправит лапы чаще. На театральной площади бывало лес. Стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках, будто волки правы. Костры горят погреться, дым столбами. Морозная Россия, а тепло, ко всеночной. Валенки наденешь. Лупчик из барана, шапку, башлычок, мороз и не щиплет, выйдешь, певучий звон и звезды. Калитку тронешь, так и осыплет треском. Мороз, снег синий, крепкий, повискивает тонко-тонко. По улице сугробы, горы, в окошках розовые огоньки лампад, а в воздух синий, серебрится, спят в них галки, огнистые дымы столбами. Высоко до звезд, звездный звон, певучий плывет, не молкнет, звонный звон чуда, звон виденья, славит Бога Вышний, Рождество. Идешь и думаешь, сейчас услышу ласковый напев молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый, почему-то видится кроватка звезды. Рождество твое, Христе Боже наш, воссияверались свет разум. Хор Воскресной школы Никольской церкви. Руководитель Анастасия Микушина. Thank you.
зеленеет лесом все вдали. В снежно-белой тишине от сосны порхнет к сосне, тронет свечку сучок, треснет, вспыхнет огонек, округлится, задрожит, как по нитке побежит. Там и сям, и тут, и здесь зимний лес сияет весь. Так легко, как снежный пух, Рождества крылатый дух озаряет небеса, сводит праздник на леса, чтоб от неба и земли светы встретиться могли, чтоб между небом и землей загорелся луч иной, чтоб от света малых свеч длинный луч, как острый меч, сердце светом пронизал, путь неложный указал. Воскресная школа храма Иоанна Богослова. Руководители Анастасия Ворошнина и Галина Петрова. Снег идет на Рождество, падает, как милость Божия. Снег идет, и волшебство в этот день случиться может. Тишина и чистота ничего их не нарушит. Верь, недаром красота, раз она спасает душу. Свыше послана тебе чудодейственная сила. Это смысл в твоей судьбе и разгадка тайны мира. Снег идет, и чуть дыша, смотрим мы на мир крылатый. Пробуждается душа, омертвевшая когда-то. Снег идет, снимая боль у земли обледенелой. Ты подставь ему ладонь, приземлится ангел белый. Thank you.
прочность во Христе. Бог вместил в себя все уровни нашего существования, и вещество, и человеческая жизнь во всех ее проявлениях, кроме греха, и душа, и ум, все обрело во Христе благодать усыновления. Христос соединил в себе все горизонты бытия и все его временные аспекты. Отныне в нем начало и конец, те самые альфа и омега мироздания. Поэтому для каждой живой души он путь, истина и жизнь. Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. В холодную пору местности, привычной, скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем в горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Бело, как только в пустыне может зимой вести. Ему все казалось огромным, грудь матери, желтый бар, из воловьих ноздрей, волхвы, Балтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру, и это был взгляд отца.
Я по строительному слову на сцену приглашается высокое преосвященное чистение митрополит Барнаульский Алтайский, глава Алтайской Соборы. Человек, благо, владение. Справедливо, Христос рождается.